Шу, это канал Максимадзе, и сегодня... Сегодня нас ждет прекрасная, добрая, милая поездка в город Москва. На самом деле, это вообще самый первый раз, когда я лечу в самолете. Я никогда не бывал в аэропорту. Ну как, точнее, бывал только снаружи. Но никогда не был в самолете, никуда ни разу не летал. Вот поэтому вы увидите не только Москву, но еще и первый мой полет в самолете. Да, дорогие друзья, сегодня я вам расскажу про ту самую поездку в Москву, про которую я вам рассказывал еще давно. Постараюсь вам рассказать не только о местах, где я побывал, но и постараюсь описать свои впечатления о том, насколько в Москве хорошо и насколько... в ней лучше или наоборот хуже живется по сравнению со своей родиной, городом Новосибирском. Действительно, как я уже сказал, я ни разу до этого никогда не летал на самолете, мне уже 20 лет, а это мой первый вообще полет на самолете, самый первый, вот реально, без шуток. У меня двоюродный брат, еще годика не было, впервые полетел на самолете. В общем, полетели мы 29 июня и пришли в аэропорт Толмачево. Там мы проходили регистрацию, возили багаж, постояли полчаса в ожидании нашего самолета, прошли целых два личных досмотра, ну и, наконец, пошли в самолет через специальный тоннель, который присоединяют к самолету. Так, мы сели в самолет. Сейчас ждем вылета. Лёха, кстати, если кто-то не знает, кто такой Лёха, то это мой партнер по каналу, его можно увидеть в некоторых моих видео, у него также есть свой канал «Чё хочу, то врачу», где как раз-таки есть видео про его полет на Кубу, а до этого еще и в Москву тоже. Короче, он меня попросил, чтобы я снял свою первую реакцию на взлет самолета. Но, по правде говоря, чего-то прям необычного я там не почувствовал, просто... Как будто мы едем просто очень быстро, ну и при этом начинает немного закладывать уши. Так, особо чего-то особенного не было. Посмотрите сами. В целом, впечатление от полета на самолете я могу описать так. На мой взгляд, то же самое, что едешь в каком-либо другом транспорте. Но в отличие от автобуса или трамвая, тебя практически там не трясет. Зато из окна ты видишь просто прекрасные виды этих ландшафтов внизу. Была одна небольшая вещь, которой я немного перед полетом беспокоился. Я волновался, что будет много детей, которые будут ныть во время полета. И действительно так и было. Но я надел шумоподавляющие наушники, слушал Дио. Летели мы туда около 4 часов, ну и полет получился очень даже успешным. Так, добрались без происшествий. Сейчас будем садиться вот этот автобус, который в аэропорт будет доводить. В общем-то говоря, полет был 3 часа 40 минут примерно. Долетели очень даже хорошо, практически не трясло, хорошо взлетели и также хорошо сели. Ну и, собственно, следующий наш пункт — это аэропорт Шереметьево. Это московский аэропорт, наконец-то мы прибыли. Снимать там было особо проблематично, потому что очень много людей. Но он сделан куда красивее, чем наш новосибирский толмачевский аэропорт. Получается немного забавная ситуация. Вылетели мы в 8 утра и 20 минут, а прилетели в 8.05. Ну, дело, конечно, в разнице в 4 часа, конечно. То, что московское время. Но следующая наша задача была не самой простой. Нас заселить в квартирку
которую мы взяли, должны только в 4 часа. Поэтому нам пришлось где-то несколько часов просто шариться по улицам Москвы. Первым делом мы вышли из аэропорта и сели в достаточно хорошее такси. В таком хорошем джипе. И, кстати говоря, был довольно-таки хороший таксист. Около 40 минут он нас покатал по столице. Завязал с нами довольно дружелюбный разговор. Ну и, короче, я бы этому таксисту 5 звезд поставил, серьезно. Ну и после этого мы сдали свои вещи в камеру хранения за деньги, чтобы они там полежали, а сами пошли гулять по Москве. И первым делом мы направились в Парк Победы. Так, тут у нас украинская техника, американская техника. Есть даже сгоревший танк. Сгоревший у нас откуда? Из Америки. Есть еще немецкая техника. Все эти танки прямиком сюда привезены с специальной военной операции. Здесь находится выставка боевых машин, как и чисто украинских, так и из тех стран, которые поставляют вооружение и эти боевые машины Украине, в том числе и натовские. Повели его. Сверху такой большой дрон. Здесь всякая тоже техника для боевых действий. Но давайте не будем много говорить про СВО. Давайте лучше насладимся красотой самого парка. Так, ну что, друзья, вот это вот, наверное, вообще самое офигенное место для съемки в этом месте. Тут у нас газончик такой с 1941. Правда, вот часть девятки не видно немножко. Вообще, мы тут гуляли, тут везде фонтаны, я вижу. В Москве довольно-таки немало иностранцев, гораздо больше, чем в Новосибирске. Довольно немало темнокожих людей мы встретили. В принципе, симпатичные негритянки даже есть. Вот здесь люди фототься очень любят. Поближе к мемориалу подошли. Тут у нас скульптура, памятник Георгий Победоносец. Давайте поближе немножко туда подойдем. Вот, перекрестимся тут в память нашим великим ветеранам. Они отдали свои жизни во благо нашей великой страны. Парк. Вон там даже шахматы играют. Вообще пытаемся сейчас лавочку какую-нибудь найти свободную. Одну посмотрели, она оказалась вся засрана птицами. Вторая тоже. Ну, тут хотя бы красиво. Сейчас уж постараемся что-нибудь найти. В общем, мы погуляли по этому парку. Там-то достаточно красиво, но довольно-таки жарко. На улице было плюс 31. Мы очень сильно упарились. Да и к тому же мало ели, были уставшие. Да и после полета что-то немножко у меня ноги затекли. Ну и короче, после парка следующей нашей остановкой стала Красная площадь. Вот там я точно долгое время мечтал побывать. Но перед этим я уже могу писать некоторые впечатления. Даже несмотря на то, что в парке засраны некоторые скамейки, чистота в этом городе гораздо лучше, чем в Новосибирске, да и в других городах России тоже. Мы не встретили за всю поездку ни одной разбитой дороги, в которой есть ямы. А в Новосибирске таких дорог очень много. Кроме того, также могу отметить современный транспорт. Во-первых, практически на каждой улице были электробусы, то есть электроавтобусы. Также были электротрамваи. Но также стоит отметить и метро. Конечно, есть там и более старые поезда, но мы довольно часто встречали современные поезда, которые
оснащены довольно-таки красивой подсветкой, достаточно крутой, это было очень интересно. Подсветка на дверях причем обладала функциональностью. Когда двери закрыты, она горит красным цветом, когда двери открыты, горит зеленым цветом, когда двери открываются или закрываются, они начинают мигать красным цветом. Причем в последнем случае подается еще и звуковой сигнал. Есть также подсветки под сиденьями, которые, ну, лишь дополняют, так сказать, декор. Поезда также оснащены дисплеями и даже разъемами подзарядки в сиденьях. Но поезда некоторые также различаются. Есть как разъемы для подзарядки в сиденьях, так есть и разъемы для подзарядки на стене в некоторых других местах. Есть также поезда, у которых сиденья расположены в другую сторону. Ну, то есть обычно сиденья располагаются горизонтально поезду, а есть те, которые вертикально направлены вперед. Помимо самого транспорта, также стоит отметить и станции. Практически каждая станция выглядит совершенно разнообразно, со своим уникальным дизайном, в то время как в нашем городе Новосибирске практически все станции выглядят довольно однообразно. И метро, поезда, там все из 1970-х годов. Ничего не меняется на протяжении уже множества десятилетий. Стоит также еще отметить спусковые тоннели в Москве, которые довольно глубокие и выглядят очень даже интересно. Красная площадь, уже там видна Спасская башня с часами, знаменитыми часами, которые мы видим очень-очень часто по телевизору, да в принципе и не только по телевизору. Народу много здесь достаточно. Вон там храм Василия Блаженного же, да? Да. Прямо сделай спину, я буду снимать сзади. Легендарнейшее место в России, дорогие друзья. Здесь каждый год проходит российский парад в честь Дня Победы. Здесь бывает президент страны Путин. Здесь выступал даже мой любимый немецкий певец Тиль Линдеман. Любимый город дважды он тут исполнял. Любимый город, синий дым кидает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Ну и в конце концов храм Василия Блаженного и вон кремлевские куранты, которые мы очень часто. Я думаю, что вряд ли среди вас найдется такой человек, который ни разу их не видел. Вот я впервые вживую, так сказать, вижу их. А, часы забили. Этот звон вы тоже. Вряд ли найдется тоже человек, который не слышал этого прекраснейшего звука. И вот, причем, кстати, заметьте, ребята, я только вот вспомнил, подумал об этом, и они сразу же зазвонили. Короче, на Красной площади было здорово. Мы очень много ходили, очень сильно упарились. Ну и наконец-то дождались времени, когда можно ехать и устраиваться в квартиру. Короче, мы прошагали больше 15 тысяч километров. Ой, вот каких километров. Шагов. И наконец-то идем в квартиру в центре Москвы. Короче, мы заселились в довольно-таки неплохую очень даже квартирку. Я за эти более 15 тысяч шагов очень сильно задолбался, и мне уже просто хотелось лежать да отдыхать. Я, к сожалению, не привык, в отличие от своих родителей, по стольку шагов нашагивать каждый день. Собственно, родители у меня еще решили пойти в бар. У моего отца еще какой-то друг живет в Москве, а я с ними решил не идти. Я сел за отцовский ноутбук и, короче, ждал своих родителей с бара. Впрочем, они где-то в 23 часа только по московскому времени вернулись, поэтому, может, даже и правильно, что я с ними не пошел. Иначе я бы задолбался бы еще больше. Короче говоря, заселились в квартиру родители, пока ушли в бар, а я уже что-то задолбался ходить. Короче, квартира без намека на какой-либо современный дизайн, конечно, но тем не менее она все же красивая.
Собственно, вот гостиная, тут спать в нем буду я. Телевизор обычный, правда, смотреть на нем толком нечего, никаких Android-приставок тут речи, конечно, не идет. Вот ноутбук отца тут стоит, правда, вот надо было мне флешечку свою хотя бы взять, а то никаких данных своих толком нету с собой. О, вообще сначала свой ноутбук тоже думал взять, но он гораздо больше, в ручную кладь бы не поместился, наверное. А очень жаль. Ну так, квартира прикольная. Тут приставка, которую я обозревал, портативная. Ну и телефон, который оказался бесполезным в Москве, потому что в Москве Теле2 только поддерживает этот 3G, а этот телефон не поддерживает все эти 3G. В Новосибирске можно и без 3G, там 2G хватает для Теле2, а тут нет. Спальня, собственно, обычная, самая обычная спальня. Есть 3 кондиционера в квартире, поэтому ни в какой духоте сидеть не будем. Собственно, там туалет самый обычный, тут ванна. Правда, вот не закрывается что-то этот замок, понимаете ли. Причем у каждого подвала включателя один включает вентиляцию, другой свет. Маловато что-то как-то тут места. И почему-то не работает вот этот вот душик, вот этот. Что-то поворачиваем его, как-никак. Он не включается, душик этот, никак. Включается вот этот только. Ну и замок этот что-то подломанный. Так, ну и здесь кухня вот еще. Здесь тоже один телевизор, еще один небольшой есть. Квартира неплохая, правда, вот тесноватая немного. И вот люстра висит как-то низковато. Не каждому человеку может быть это удобно. Ну а так, квартирка прикольная. По поводу телефона, да, действительно, возможно, некоторые уже слышали, что я помимо сенсорного телефона таскаю с собой еще и кнопочник. Это связано не только с тем, что я люблю кнопочные телефоны с самого детства, но еще с тем, что мой смартфон, у него, короче, разъем под вторую сим-карту совмещен с разъемом под... Короче, у него разъем под вторую сим-карту совмещен с разъемом под карту памяти. И поэтому поставить можно что-то одно. Нельзя так, чтобы одновременно две сим-карты и карта памяти. Либо одна сим-карта и карта памяти, либо две сим-карты без карты памяти. А мне нужна одна сим-карта для звонков в Теле2, сим-карта для интернета, Йота, ну и карта памяти, с которым множество важных файлов находится. И музыка, которую я слушаю в том числе. Ну и с этим я допустил один небольшой фейл. Я мог на самом деле и не брать свой кнопочный телефон с сим-карты Теле2, потому что, как выяснилось, в Москве Теле2 поддерживает только начиная от 3G, а телефон, в данном случае это был Sony Ericsson W800i, не поддерживал все эти 3G, и он был в Москве абсолютно бесполезен. Да и на самом деле, кому я бы мог позвонить в Москве, кроме своих родителей? Позвонить кому-нибудь из своих родственников или друзей, и деньги балансом спишутся за минуту. Тут у нас музей Булгакова, Большая Садовая улица. В принципе, здесь на самом деле все очень красиво. Единственное, только все впечатление портит вот эта вот помойка. Короче говоря, на второй день, 30 июня, мы направились на экскурсию в музей известного писателя Булгакова. Мы подошли к музею, но туда пока еще не запустили. Нас пригласили на экскурсию войти в красный автобус. И, честно говоря, я как-то не сильно был этим впечатлен. Короче, дальше кассы нас в музей не пустили. Заказали экскурсию, которую нам будут вести через этот автобус. По местам Булгакова будут водить нас. И первым на нашем пути будет прототип театра в Эгиде, где волны его свиты давали сеанс черной магии с полным его разоблачением. Как, возможно, вы помните по тексту романа, очередь за билетами на сеанс черной магии стояла от Кудринской площади, то есть ориентировочно от высотки до баррикадной, которая видна в заднее окно нашего автобуса, через всю Садовую. И в этом конце Садовой у нас сад «Аквариум». Это было очень важное явление в городской жизни 19 века, так называемые сады у поселений. В них концентрировалось
что тогдашняя индустрия развлечений, в принципе, могла мощнейшей публике предоставить от чинных прогулок под военный оркестр в летнее время до таких экстремальных забав, как, скажем, полеты на воздушном шаре. К огромнейшему сожалению, Булгаков – это далеко не мое время, и поэтому я не особо разбирался в том, что экскурсовод говорит. Честно говоря, всю поездку в автобусе я сидел и засыпал. Но вот когда мы зашли в музей, там было гораздо интереснее. Приветствую всех, с кем еще не знакомы. Меня зовут Юлия. Вот этот дом стал первым московским адресом Михаила Афанасьевича. Булгаков приехал сюда осенью 1921 года. Прожил в этом доме 4 года, большую часть этого времени в квартире номер 50. Он ее впоследствии прославил и ославил как чертову, как нехорошую, «Мастере и Маргарите» и многих других своих произведений. В музее Булгакова было достаточно много интересных, очень-очень древних экспонатов, таких как телефон, и даже далеко не один, или печатная машинка. А вот что действительно очень впечатлило в этом музее, это то, что там есть парочку тайных комнат. Блин, я так и думал, что это не просто стена. Аккуратно, аккуратно. А я, если честно, подозревал, что там что-то есть. Не похоже на простую стену. Вы совершенно правы оказались. Что-то тут светится все. Она бросила нас? Ух ты ж, нифига себе. Еще одна тайная комната. Короче говоря, экскурсия в музей Булгакова мне, в принципе, понравилась. Ну, кроме поездки в автобусе. Вот там точно отстой, потому что с Булгаковым я толком практически не знаком. Как бы это, наверное, странно не звучало. А вот, пожалуйста, министерство, здание Министерства иностранных дел. Внутри где-то Сергей Лавров находится. Наступило 1 июля, третий день в Москве. И мы пошли на монорельсы, чтобы направиться в то место, которое я попросился на экскурсию. Это телецентр Останкино. Станции на монорельсах выглядят практически так же, как в метро. Только снаружи, то есть видно улицу. Ну и вот такой вот необычный транспорт. Короче, дорогие друзья, третий день. И мы отправились на монорельсы. Где мы едем, мы видим Москву. Впрочем, как бы станция, на которую мы ждали, выглядит как метро, только на улице. Возвращаясь к разговору о телецентре Останкино, мне с самого детства было интересно, как снимаются различные телепередачи, которые мы видим по телевизору. Ну и в каком-то смысле, может быть, я выбрал это место, потому что в каком-то смысле это даже чем-то похоже на то, что я делаю на Ютубе. То есть также веду съемочный процесс видео. Телецентр Останкино, где снимаются многие передачи для телевизора. В основном с Первого канала, если не ошибаюсь. Сейчас вход попытаемся найти, наверное, я так понимаю, здесь. Тут бюро пропусков. Минут через 15 экскурсия у нас начнется. Короче, экскурсия еще как бы не началась. Сейчас проводили досмотр личные и документы. Сейчас зайдем внутрь туда, и там будет еще один такой же досмотр. Меры безопасности очень сильно усилены.
двигаться во время экскурсии. Мы будем с вами по двум зданиям. Два здания изображены перед нами. Это все территория телевизионного технического центра Останкино. Мы с вами зашли в это большое здание, которое носит название АСК-1. Расшифровывается как аппаратно-студийный комплекс. Что это значит? Что в здании есть аппаратные, это отдельные кабинеты от студии, где работают режиссеры, и студии, где происходит съемочный процесс. В этом большом здании 18 студий. Большая часть студий находится на втором этаже. Это основная цель нашей экскурсии. Также мы с вами будем прогуливаться по первому этажу, на котором находимся. А еще посетим минус первый этаж большого здания. Когда с АСК-1 познакомимся, мы спустимся в подземный переход и пойдем под дорогой. А затем окажемся внутри серого здания, которое также носит название АСК. Тоже аппаратно-студийный комплекс. Если это АСК-1, то это, друзья, АСК-2. Если бы это АСК-3, а АСК-2 находится в другом районе Москвы. В АСК-3, как и в АСК-1, есть аппаратные кабинеты, где работают режиссеры. Есть студии. Всего 10 студий размещаются по всем 5 этажам. И здание намного моложе, чем то, в котором мы находимся. АСК-1 был открыт в 1967 году. АСК-3 был связан с крупным событием 80-го. Давайте вспомним, какое событие было в 80-м году? Олимпиада. Специально к Олимпиаде строили это серое здание. А в период события здание вещало на 111 стран. 2 миллиарда человек смогли посмотреть Олимпиаду. Когда событие закончилось, серое здание стали использовать для съемок телепередач. И сегодня в АСК-1, в АСК-3 производят только телепередачи. Ни рекламу, ни кино, ни мультфильмы, друзья, здесь не снимают. Огромное количество телеканалов, а у нас всего 28 студий. Какие каналы работают у нас? В этом здании, где размещается 18 студий, находится первый канал, НТВ, Матч ТВ и Шоппинг Лайф. Слышали про такой канал? Нет. Девушки знают. Это магазин на диване. Все понимают формат? Отлично. В этом здании, где 10 студий, находятся телеканалы ОТР. Смотрели отражение? Отлично. Здесь же Бобер. Слышали про такой канал? Строительный. Как устроить свой дом? Дети всегда знают. Здесь же находится Первый музыкальный, Муз-ТВ. Отлично. Здесь же Матч ТВ. У Матч ТВ и тут студии. И в этом здании находится редакция «Карусели». Карусель? Только взрослые улыбнулись. Дети? Ну, реакции. Карусель есть. Друзья, что значит редакция «Карусели»? В редакции пишут и придумывают передачи, а снимают уже в другом месте. В Москве очень много съемочных площадок, во время экскурсии я про это буду говорить. Но пока конкретизируем. АСК-1, АСК-3. Где же находится АСК-2? Есть предположение? На Шаболовке. Друзья, первый телецентр в Москве – это АСК-2, там работает ВГТРК, куда входит Россия, культура. Есть АСК-4, он во Владыкино. Там работают разные телеканалы, туда входят и ТНТ, и НТВ. Есть еще крупные площадки для съемок, например, Амедиа, может кто-то из вас слышал. Там работает Первый канал, РЕН-ТВ, СТС и другие телеканалы. Есть еще одна крупная площадка, называется Завод Калибр. Слышал кто-нибудь? Там тоже снимают разные передачи, разные телеканалы. Какие передачи снимают у нас, мы узнаем в процессе. Небольшой перерыв перед экскурсией. Вот как выглядит здание. Здесь, на первом этаже. Тут в основном магазины. Широта нашей страны связана с вещанием федеральных телеканалов. Московское время, телецентр. Становимся на память. Мы направляемся в студию. Спокойной ночи, малыши. Разрешена же съемка. Я сейчас все скажу. Угу. Танкинской. Находится такой же зазор и точно. Молодой человек, поднимайтесь, становитесь. Девушка тоже с дочками, поднимайтесь, становитесь. Вот где. Друзья, и ко мне сразу детство. Поднимайте. Даже мое проходило детство здесь. Дальше не прошла в студию, камера не качнулась.
Сейчас вы видите своими глазами то место, в котором прошло мое, а может быть даже и ваше детство, в том числе. По правде говоря, конкретно здесь «Спокойной ночи, малыши» не снимается. Здесь находятся старые декорации программы. Нынешние декорации выглядят по-другому. А это место сделано в качестве, так сказать, музея старых декораций. В детстве моих родителей декорации были эти же, так что тут действительно было кому что вспомнить. Ну и пофотографироваться вместе с любимыми героями «Спокойной ночи, малыши». К огромнейшему сожалению, студии, где снимаются новостные программы, там, например, «Время покажет», они конфиденциальные и туда на экскурсии не показывали эти места. Мы были в, собственно, мы ходили по коридору, где были портреты различных телеведущих, и там была дверь, ведущая в студию программы «Вечерний Ургант». Однако в данный момент передача не снимается, поскольку Ургант свалил из России, и поэтому студия в данный момент разобрана, и нас туда никто, конечно, не пропустил. Первая и единственная, пожалуй, за всю экскурсию красивая студия, это была студия, где снималась передача «Большая игра». Ну, по правде говоря, там снималась не только «Большая игра», политическая программа, но и также там ведутся съемки программы «Видели видео» и «Антифейк». Здесь снимается ток-шоу «Большая игра». Здесь не разрешается видеосъемка, но мы что-нибудь попробуем хотя бы успеть подснять. Вот, пожалуйста. Проходили сами в студию, была техническая зона. Попозже про нее расскажу. Декорации, которые нас окружают, это светодиодные экраны. Давайте внимательно их рассмотрим. Три больших экрана над нами. Дальше поднимаем голову наверх. Шайба. Шайба, собранная из светодиодных экранов. Перед нами стол, на котором собираются спикеры передачи «Большая игра». Съемка будет в 5 часов вечера. Мы зашли в перерыв. А в этой студии снимается передача под названием «Есть тема», если я не ошибаюсь, она называется, которая транслируется на телеканале Матч ТВ. Эта студия, в отличие от «Большой игры», не обладает красотой, потому что здесь в данный момент все отключено, съемки не ведутся, но когда передача снимается, тут все просто блистает красотой. Здесь техническая зона. Это «Видели видео», друзья. Первая студия в самом конце осталась. Декорации рядом с нами. Легендарная передача, секрет не буду раскрывать. Но декорации вот эти заезжают каждый месяц в пятую студию. Посмотрите, ворота есть. Пятая студия используется для съемок нескольких передач. Каких, расскажу чуть позже. Вот ворота пятой студии открываются и завозят декорации, которые перед нами. Выстраивают студию как конструктор за несколько часов и дальше снимают передачу «Пулом». «Пул» — это блок передач, который снимается вперед на месяц. Вот у каждой студии есть такие ворота. Но первая и четвертая студия, которые мы посмотрели, они постоянные. Декорации не разбирают, потому что каждый день выходит «Большая игра», передача «Есть тема». Декорации нужны. Но если снимают передачу, как видели видео, декорации временно располагаются. И мы с вами сейчас пойдем к этим декорациям. Друзья, эту передачу все смотрели. Даже здесь, мне кажется. Вот, подойдем к стенам. Я догадываюсь вот уже, сюда. Но посмотрим. И вот там стена. И вот пройдем к вам тоже. Давайте догадаемся, что это за передача? Умники-умницы. Самый популярный ответ. Действительно, у нас снимают. Я это не смотрел. В пятой студии, но декорации умники. Умников и умниц, они стеклянные. Здесь только дерево и клеенка. Стеклянные декорации в коллекторе. Посмотрите, синяя дверь – это хранилище. У каждой студии свое. Там умники-умницы. Они снимаются один раз в 2 месяца. Друзья, это другая передача. Умники-умницы 32 года на экране, а вот эта передача 34. Каждый из вас знает. Поле чудес. Абсолютно верно. Друзья, Поле чудес не имеет своей студии, несмотря на то, что они 34 года на экране. Они работают один раз в месяц в пятой студии. Я покажу вам, как вот эта стена выглядит уже на экране. Просто пока посмотрите, декорации выполнены из дерева и клеенки. Когда они попадают в студию, их выстраивают как большой конструктор, направляют свет, декорации превращаются вот в эту красоту. Я сейчас покажу, не спешите. Друзья, вот вы начали подходить, и мои границы начали гореть. Смотрим наверх, увидите декорации. Да, красиво. Дерево и клеенка. Вы посмотрите.
Да, друзья, вот теперь мы убеждаемся, что все-таки свет, он действительно играет большое значение, да? Вот как с помощью профессионального света превратить вот то, что мы видим с вами, да, в конфетку? Вот сюда ходите, смотрите. Именно по этой самой причине нам, к сожалению, не посчастливилось постоять рядом с табло, где открываются буквы, покрутить барабан, да и в принципе побывать там, где бывает Якубович. То, что вы сейчас видите, здесь как раз таки снимается «Поле чудес», но студия разобрана, потому что она снимается раз в месяц. И тут ничего красивого нету. Когда мы видим «Поле чудес» на телевизоре, выглядит все очень даже прекрасно. Просто красота, просто. Но на самом деле можно найти даже на ютубе некоторые видео, где показывают то, что происходит за кадром. И то, что в кадр не попадает, выглядит довольно стрёмно. «Поле чудес» не так прекрасно, как она кажется на телевизоре. После того, как нам показали студию «Поле чудес», нам показали также студию программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Поскольку съемка не ведется, здесь довольно-таки все разбросано, беспорядок. И студия выглядит тоже не так классно, как она кажется на телевизоре. И, к сожалению, это последняя студия, которую нам показали на экскурсии. В принципе, в телецентре Останкино раньше снималось гораздо больше программ. Вот перед вами, например, 14-я студия, в которой до 2017 года снималась довольно известная передача с Андреем Малаховым «Пусть говорят». Я, кстати, никогда не скрывал, что логотип моего канала списан с «Пусть говорят». В 2017 году программа переехала сниматься на Лизу Чайкину, и, на мой взгляд, там она выглядит хуже. В принципе, я телевизор практически сейчас уже не смотрю. Очень мало существует программ, которые мне интересны. И люблю иногда посмотреть свою игру или там «Сто к одному». Какие-нибудь телеигры, короче. Но передача «Своя игра» или «Сто к одному» в этом телецентре не снимаются. У них какие-то отдельные площадки в городе. Мы направились в соседнее съемочное здание через вот этот вот прекрасный тоннель. А выбравшись, мы попали в музей «Поле чудес», легендарный музей «Поле чудес». Помимо того, что тут стоят статуи Якубовича и Владислава Листьева, на полках стоят различные подарки, которые за все время существования программы Якубовичу дарили участники программы. По правде говоря, сам я «Поле чудес» не особо смотрю. Мне нравится эта игра, но в нынешнее время внимание в передаче, как и говорил сам Якубович, концентрируется не на самой игре, а на тех, кто в нее играет. К сожалению, для меня, по крайней мере, в программе слишком много отвлеканий, так сказать, от игры. Всякими вот этими «давайте мы вам споем песню», «вот вам подарок». Это все, честно говоря, мне не по душе. Подводя итог, скажу, что экскурсия получилась довольно неплохой, но я ожидал немного большего. Маловато красивых студий, так сказать, показали. И к тому же мы, в принципе, никто, наверное, и не ждал. Мы не встретили ни одного телеведущего. Хотя съемки некоторых передач сегодня будут проходить, вроде большой игры. День 4. Сегодня мы отправимся на речном трамвае, или не знаю, как он там правильно называется. Ждем прибытия его. Там будут красивые виды и плавание по воде. Вот так вот выглядит так называемый речной трамвай. Вообще говорят, что Москва — это единственный город во всем мире, где существует такой транспорт. И, по правде говоря, поездка получилась весьма впечатляющей. Внутри выглядит очень элегантно, очень красивый вид. Но, на мой взгляд, в телефон лучше особо много не смотреть, потому что небольшие покачивания есть и может начать тошнить. Вот у меня такое, к сожалению, немножко было. И это, наверное, единственный минус. Еще к минусу можно отнести тот факт, что здесь стоит очень сильно неверная дата и время. С каких это пор мы в 2038 году, а? Мы что, в Детройт, что ли, попали? Во время поездки на речном трамвае мы
увидели через окна довольно немало красивейших мест, в том числе и Москва-Сити, про который Леха меня спрашивал, бывал ли я там. За всю поездку мы туда конкретно не сходили, вблизи, но мы увидели с речного трамвая Москва-Сити. С речного трамвая мы направились на ВДНХ, где было очень много всего красивого. Ну, особенно можно выделить павильон, в котором находится вот такой вот большой макет Москвы, который обладает очень впечатляющим свечением. И нам показали с этим свечением так называемое шоу, где рассказывали много про город Москва. Итак, дорогие друзья, пятый день в Москве. Сегодня утром родители ездили у меня в исторический музей, но я туда не поехал, потому что жара была адская, еще сильнее, чем предыдущие дни. Да и во-вторых, сомневаюсь, что мне было бы там интересно, я в этом не особо что-то понимаю. Говорят, там дети все такие были, то в телефон тыкались, то вот такие вот ходили. А мы решили ночью, когда темнеть начнет, сходить на Красную площадь снова. Потому что там вон уже ГУМ светится. И посмотрим на эту красоту поближе. Но пока еще полностью не стемнело, сходим на смотровую площадку, которая тут рядом находится. Короче, ребята, мы очень не вовремя пошли, так сказать. Гроза там вышла, тучи здоровенные, там несколько вспышек уже было. Вон еще одна только что была. Ну, сейчас была она не яркая, но была куда ярче. Сейчас поди он еще сверканет. Но это отстой. Вот не дай бог мы попадем под ливень или под еще что. О! Еще была одна вспышка, мы проглядели. Итак, дорогие друзья, мы снова на Красной площади, только в этот раз ночью, потому что ночью здесь все очень красиво светится, особенно ГУМ. Это вообще светится так, что можно просто обалдеть. Ну и мы выяснили, что часы бьют на Спасской башне каждые 15 минут. Причем в зависимости от того, сколько, какое именно время, может быть разная длительность. Вот было, когда полчаса, два раза звук был, два раза прозвенело. Сейчас раза три или четыре, что ли, четыре, наверное, я точно что-то не помню. Когда 15 минут было, 22:15, сейчас 22:45, по-моему, один звонок был, а может и два. Мы вдалеке были, особо не слышали. И да, как вы сами видели, гроза до сих пор идет. Небольшой дождик капает, но, слава богу, не сильно большой. Тут полицейских вообще полно на Красной площади. На Спасской башне горит красная звезда. Но самым красиво, конечно, светится именно ГУМ. Вот, дорогие друзья, улица, которую очень любят инстаграмские девушки. Здесь вообще даже красивее ГУМа. Все-таки есть место, которое светится. Но что-то дождик не такой уж и слабенький. Но светло тут вообще, очень даже светло. Четвертого июля на шестой день мы снова направились на ВДНХ, чтобы сходить в Москвариум. Ну, то есть Московский океанариум. Мы внутри Москвариума. Правда, разглядеть что-то тут не так просто, потому что очень много людей. Там человек какой-то... Подожди, там это человек плавает какой-то? Какой-то человек. Это же вот это, да, рыба, как он, дорады. Это все рыба, пиво. Водолаз. А что он там делает? Рыба молот, что ли?
Ой, жуткие какие создания. Не рыба молот плывет. Да. Говорят, она может ломать корабли из дерева. Что-то рулетки меряет какой-то человек. Здесь у нас морские звезды обитают. Они прилипли к стеклу. А теперь, друзья, в фиолетовое закругление зайдем. Посмотрим, что там. Вот. Внимание! Прошу всем пассажирам посчитать возле стойки информации первого этажа плавает шланг какой-то, наверное, воздух оттуда идет. Или, может быть, какой-то человек протянул его туда. Дальше у нас что? Вода – это жизнь. 40 тысяч тонн в день. 40 тысяч тонн мусора попадает в океан. Это ужасно просто, это ужасно. И даже написано, какого больше всего мусора попадает. Йорш, Донской или Насарь. Честно сказать, в Москвариуме мне не понравилось. Потому что, конечно, никто не спорит. Вот эти вот все морские обитатели, аквариумы, это все очень красиво, я тут с этим не спорю. Но людей было слишком много, в такой толпе находиться очень тяжело. Во-первых, она очень тесная, куда не встанешь, ты мешаешь людям. Во-вторых, очень шумная, у меня голова уже чуть не разболелась в конце. Ну и в-третьих, было достаточно много ноющих, недовольных детей, которых родители, видимо, с собой таскают. Были там, конечно, дети, которые с интересом рассматривали морских обитателей, но по большей части там были ноющие дети, которые хотели домой. А дело в том, что на детей же есть скидки, вот и родители и пользуются, видимо. Я бы, честно сказать, отменил бы льготы на детей. Седьмой день, 5 июля, мы снова направились на Красную площадь, чтобы походить по территории Кремля. Собор. Здесь очень хороший день прям, потому что погода опять очень-очень жаркая. Все дни жаркая, на самом деле она была. Но как же у нас написано? За оружием. В 1475-1479 годах архитектор Аристотель Фио Раванти. Сразу извиняюсь, если неправильно прочитал. Мы зашли внутрь Успенского собора. Вот как он выглядит. Выглядит очень впечатляюще, как работает, как музей. Здесь эхо, прямо как в церкви.
На удивление, снимать тут можно. Разве что нельзя пользоваться вспышками. Но это не страшно, я ими не пользуюсь в принципе. За очень редким исключением. Давайте посмотрим, что тут вообще у нас имеется. Так, положение Ризы Христовой в Успенском соборе Московского Кремля. Москва, 1627. А что у нас дальше? Богоматерь Агиосоритиса Халкопратийская. Да, я от этой культуры далек, поэтому извините. Святитель Николай Чудотворец. Смотрим, что с той стороны. Богоматерь с предстоящими ростовскими святителями. 18-й, конец 17-го, начало 18 века. Успение Богоматери. София, премудрость Божья. Далее церковь Рис положение. Вот, пожалуйста. Здесь у нас имеются иконы Ростовские счастья с Николаем Чудотворцем, икона Богоматери Знамения и много чего, в чем я, к сожалению, не особо разбираюсь. Небольшой зал тут. Короче, ребята, в этом соборе захоронены цари. Вот, собственно, они, ну, как бы не внутри, они там находятся. Это надгробие. Сами-то они захоронены там, под землей. Это надгробие. Но здесь много царей, в том числе и Иван Грозный есть. Здесь у нас раковина для мощей царевича Дмитрия Углического. И тут даже и написана информация о нем. Короче, играю в червы тут на ноутбуке отца. Вообще, ребята, хочу сказать, что я никогда не бывал в таких длинных путешествиях. На 9 дней. Обычно вот мы на Алтай ездили там на 4, 5, 6 дней, но никак не на 9. Сегодня уже 7-й день, и, честно говоря, я притомился от ежедневного гуляния по 15 тысяч шагов. Как-то я вот не привык немножко, ноги уже болят капец после прогулки очередной. Честно говоря, даже не знаю, пойду ли я на завтра и послезавтра еще на экскурсии. Короче, друзья, за эти 7 дней я действительно очень притомился. Я не привык гулять вот по целыми днями каждый день. И поэтому на последние 2 дня я тупо сидел в квартире и никуда не ходил. У меня просто уже не было сил. Ну а по поводу последних 2 дней, на последнюю ночь мы переехали в другую квартирку подешевле. Ну там... связано было с ценами. Дорогие друзья, сейчас я тут еду в лифте, причем лифт, ну, в новую квартиру мы просто переехали сейчас на одну ночь. Лифт старый очень, скрипит, панель старая, но самое интересное в квартире.
уже минут 10, наверное, пытаемся дверь открыть. То ли система странная какая-то, то ли замок заклинило. Пипец какой-то. Попали, а. Спрашивают, мужчины тоже не могут открыть. Ну, я вам попробую сломать, что ли? Походу, кто-то пинал вон дверь-то. Кстати, ловит, тут уже ногами топтало. Ты фотку скинь. Короче, вот наша новая квартирка на последнюю ночь. Завтра в 11 по московскому времени ночи мы полетим обратно в Новосибирск. Короче, квартирка эта меньше намного. Снаружи обладает электронным замком, но про замок мы сейчас поговорим. Короче, здесь у нас санузел совмещенный с... Короче, туалет и ванна совмещены. И здесь с дверью точно такая же проблема, как в предыдущей квартире. Вот буквально точно такая же. Вот закрываю, ручку нажимаю, опять открываю, обратно открывает. Кроме того, здесь... Ну, у раковины нет крана, поэтому приходится сюда его поворачивать. И здесь еще неправильно указаны цвета вот эти вот. То есть горячий типа влево, а холодный вправо. На самом деле наоборот. Холодный это влево, а горячий вправо. Вот. Не люблю такие фейлы. Вот такая вот кухня, довольно-таки большая кухня. Удобная и большой балкон. Идеально прям большой балкон. Ну, лоджия, я бы даже сказал, не балкон. Ну и спальня, кресло раздвигающееся и кровать на двоих. И также здесь присутствует приставка в телевизоре на андроиде, кондиционер, фокусировка опять попадает. Короче, какой трэш у нас первый был. Замок электронный. При первоначальном входе нужно ввести специальный код, который нам дали. Мы его ввели, собственно, вошли, закрылись на нижний замок. Потому что как бы так типа задумывалось изначально, что мы должны были один раз ввести, чтобы вот этот замок открылся, а дальше пользуемся просто нижним замком. Мы, короче, защелкнули, повернули его, и потом не смогли выйти. Замок заклинило. Проблема оказалась как раз-таки в этом замке, его заедало. То есть вот повернешь его в ту сторону, и его потом через раз, через несколько раз каким-то образом получается его вернуть. И повернуть обратно, и сила не сильно это помогает. И, короче говоря, мы далеко оказываемся, я так понял, не первыми, кто сталкивается с этой проблемой. Если взглянуть на вот этот след на двери, судя по всему, кто-то пинал дверь ногами, не мог вылезти отсюда. Ну и, короче, приходится вот этим замком пользоваться. Вот так поворачивать его, закрывать. И приходится кому-то одному сидеть дома, чтобы этот замок открывать. Код-то он одноразовый. Ну и вот... Такая вот проблема. Вот и появилась еще одна причина у меня на последние две экскурсии с родителями не ездить, тут сидеть. Я только что ходил в магазинчик Перекресток за покупками. И там, короче, меня по магазину, это по торговому центру Плаза. Торговый центр Плаза вот этот. Там матч, кстати, сегодня какой-то футбольный будет. Короче, я бежал, потому что надо побыстрее до квартиры обратно вернуться, которую я покажу сейчас, когда приду. Росгвардейцы, которые там ходили, подумали, что я ограбил магазин и притормознули меня. Ну, я им показал покупки свои, показал им чек с телефона. Я даже предложил сам это. Вот давайте прогуляемся, вот это перекрёсток, с которого я вышел, кассирша подтвердит. Ну вот, сказал, да, он оплатил, ну, короче, отпустили. Ну, это капец, конечно. Ну, меры безопасности усиливаются, что поделать. В общем, хоть и не ходил я на экскурсию, истории целых две интересные за один день были. Ну и в конце концов, я думаю, можно и пылью насладиться в этой квартире, не так ли? Вообще, друзья, честно говоря, эта квартира нас больше разочаровала, чем порадовала. И дело не только в сломанном дверном замке. В принципе, квартира довольно грязная. Во-первых,
Вот это вот одеяло, я просто в шоке. Вы посмотрите, какая тут грязь. Камера сфокусироваться опять не может. Во. Я просто в шоке. Это вот в таком виде одеяло нам дают. Вот этот стол весь покрыт, был покрыт пылью, пришлось его протирать. И там внизу такая пылища вообще. Фокусировка постоянно теряется. Камера. Вот вы посмотрите, вот это вот, что диван вообще весь в пыли. На кухне окна, вы сами видите, даже без фокусировки, какая грязь на окнах. Давно их не мыли. А еще вообще хорошо, конечно, что хотя бы этот срача полного не было в квартире после предыдущих жильцов. Но разве что мусор не вынесли даже. Короче, как я уже сказал, в последние 2 дня мои родители ходили без меня уже на экскурсии в Царицыно и Коломенское. Ну, я наконец-то 7 июля в 23 часа ночи мы направились в аэропорт Шереметьево обратно в Новосибирск. Сегодня 7 июля, и мы направляемся в аэропорт Шереметьево. 23 часа у нас вылет обратно в Новосибирск, поэтому на улице начинает потихоньку темнеть. Сейчас опять, мы, кстати, доехали сюда на вот таком аэроэкспрессе. И направляемся к терминалу, там опять будут личные досмотры, все дела, больше часа ожиданий до вылета, ну и так далее. Короче, заставили снимать кепку на досмотре, как будто я могу какую-то взрывчатку под кепкой хранить, но как-то это немного странно. Ну, если, может, кому-то покажется, что нормально, не знаю, я такого как-то нигде не наблюдал. Короче, друзья, только что я смеялся над тем, что попросили снять кепку. Так мы сейчас только что прошли второй досмотр, а там вообще все серьезнее. Когда мы летели в Москву, в аэропорте Толмачёва не было этого. Короче, заставили снимать не только головной убор, заставили снимать обувь, заставили это доставать, показывать все электронные устройства, ноутбуки, планшеты, телефоны. И это... Ну, короче, пришлось немножко босым походить, ну как босым, в носках. Хорошо, что хоть не заставили снимать там футболки, штаны, это было бы уже слишком. Пройдя через регистрацию и выйдя на улицу, нам пришлось около, наверное, 15 минут, а может даже больше, постоять в этом тесном аэропортном автобусе. И, честно говоря, просто все аж начало болеть с этими тяжелыми сумками. А в чем причина задержки, мы так и не поняли. Ну что ж, друзья, на этом и закончилась наша поездка в Москву. И в целом впечатление я могу описать так. В Москве действительно живется очень круто. Город действительно более чистый, более технологичный, экологичный, ну и так далее. По сравнению с другими городами, и уж особенно с Новосибирском. Но тем не менее, Новосибирск навсегда в моем сердце, ведь тут... Моя родина, и тут живут все мои друзья и родственники, и все такое.
Напишите в комментариях, бывали ли вы в Москве. И пишите в комментариях те, кто живут в Москве. И делитесь своими собственными впечатлениями об этом городе. Можете также написать и про поездки в другие города. Какие у вас впечатления были там. Я обязательно прочту ваши комментарии. Спасибо за просмотр. С вас Лекот Подпицос. И с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал. Вступайте в ВКонтакте. И всем пока.